Новый год – это самое волшебное время в году. Время, когда исполняются все желания и мечты. Это возможность побыть не только в семейном кругу, но и подарить друг другу ощущение сказки и чудес. Веселые игрушки, яркие огоньки, елки и, конечно же, подарки – все это обязательные атрибуты Нового года. Этот праздник не оставляет никого равнодушным. Так, в пятницу 23 декабря состоялся новогодний вечер лицея Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета в молодежном театре на Булаке. В этот день школьники смогли прочувствовать всю атмосферу праздника и показать свой талант не только учащимся лицея, но и преподавательскому составу. Вечер не обошелся и без ежегодного награждения победителей лицейского турнира по настольному теннису, а также учеников, которые украсили стены лицея своими стенгазетами, посвященными наступающему 2017 году. Каждый из нас, несмотря на возраст и жизненный опыт, в эти праздничные дни загадывает заветные желания и ожидает чуда. Чудо сказочной ночи, чудо начала нового этапа в жизни. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.